Позвольте представить вам сегодняшний комментаторский состав. Как всегда, для вас будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. Это «Реал» против «Райо Валекано». Вернулись команды на поле из раздевалок, и продолжается наш матч. После первого тайма счет равный. Вернер. Блинд. Месут Озил. Пулишич. И есть поддержка у этой атаки. Варан, гол должен быть. Не попадает по воротам игрок. Да, и давай отметим, как неплохо здесь сыграла защита. Все-таки они поставили футболистам не самое удобное положение. Без мяча они остались. Можно подать. И что он сделает здесь? Ждут партнеры. Решение тут. И это гол. Первый гол в сегодняшней игре забит. Классное исполнение. Здорово он оценил ситуацию и пробил точно в левый угол. 20 минут до конца основного времени матча. 20 минут осталось играть. Это штрафной. Без мяча остается Реал. Можно бить. Мяч выбит. Очень хороший отбор. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Отлично сыграл Варан в отборе. Хорошая возможность отличиться тут есть. Какой момент у Обамеянга. Марко Асенсио забивает. Все четко он тут сделал. Здорово он разобрался в этой ситуации. Оказался там, где нужно, когда нужно, и пробил, как нужно.